это олень не чистит рога. Рога уже больше месяца, как у оленя, чистые. Но на своей территории он ярится и рогами ломает деревья и подглазничными железами мажет. У него выделяется жидкость подглазничных желез, чтобы другие быки знали, что это его территория, это его гарем. А сам рев, конечно, не стоит расценивать как вызов на бой. Потому что часто замечаешь, два быка ревут рядом, внимание друг на друга не обращают совершенно. Вот который бык с гаремом, он посунет более слабого быка, тут отбегает. Это не вызов на бой. Просто он заявляет свои права на гарем и, видимо, привлекает других самок, чтобы они слышали и знали, что бык здесь, вот он мощный, голос у него мощный. И самки подтягиваются к быку.
Первый раз, да? Да. Хороший олень, хороший трофей. Валеричка, помните? Прямо на нас пошел. А один убег туда. Два. Два тут, ну это там один, два маленьких и один друг. Нет, один хороший. Не, один хороший пошел вот так вот. Всем привет! С вами бренд-шеф сети магазинов Вильям Соливер Надежда Любимова. Сегодня приготовим потрясающее блюдо для холодного осеннего вечера – корейку оленя с мускатной тыквой и шпинатом. Поехали! Итак, что же нам понадобится для нашего потрясающего блюда? Конечно же, корейка оленя, мускатная тыква, у меня уже почищенная, розмарин и тимьян, 2 зубчика чеснока, красное сухое вино, немного брусничного соуса, сливочное масло, прованские травы, гвоздика и чуть-чуть свежего шпината. Первый этап приготовления – замаринуем наше мясо. Для этого нам понадобится любая удобная форма. Я возьму сразу ту форму, в которой потом буду запекать мясо. Керамическую. Берем мясо, кладем мясо в форму, добавляем немного тимьяна и розмарина для вкуса, добавляем соль. Не жалейте соль, ведь вам нужно просолить большой кусочек мяса. И добавляем свежемолотый перец. Все эти прекрасные пряности соединятся в маринаде и напитают ваше мясо потрясающими вкусами. И, наконец, добавляем наше красное вино. Обязательно используйте сухое вино, вам не нужны лишние сахара. Заливаем. Теперь мы мясо накроем пищевой пленкой и уберем в холодильник на сутки. Наше мясо замариновалось. Теперь мы его из вина достанем. Его нужно будет, естественно, просушить, затем смазать брусничным соусом и обжарить на сковороде. Итак, первый этап – сушим мясо. Я поставила тарелку, берем бумажные полотенца обычные, я думаю, у каждой хозяйки есть на кухне. Берем наше мясо, перекладываем на полотенце и промокаем так, чтобы максимально вся жидкость у вас ушла. Если мясо будет чересчур влажное, у вас не получится красивой корочки, а все же любят красивую корочку. Смазываем мясо соусом. Я приготовила этот брусничный соус сама. В принципе, приготовить брусничный соус очень просто, вам достаточно нагреть ягоды брусники с небольшим количеством сахара, соли и специями. И затем перемолоть их блендером, чтобы не было никаких краплений. Брусника отлично сочетается с мясом дичи. Она замечательно подходит к нему и оттеняет его яркий вкус. Следующий этап – нам нужно обжарить наше мясо на сливочном масле. Здесь очень важную роль играет сковородка. У меня сегодня сковородка бренда Lucchetti. Это итальянская сковорода, она сделана из литого алюминия с антипригарным покрытием. Сковороду сразу ставим на максимальный огонь.
Нам нужно, чтобы она хорошо разогрелась, масло растопилось и тоже стало раскаленным, чтобы сразу, как только мы положим мясо, у нас произошло вот это соприкосновение с поверхностью, оно начало жариться, а не тушиться. Сковородка у нас нагрелась, перекладываем на нее сливочное масло. И наслаждаемся приятным потрескивающим звуком. Как только ваше сливочное масло растопилось, незамедлительно перекладывайте мясо. Сейчас как раз нужная температура для его обжарки. И все, теперь задаем нашему мясу красивейшую, аппетитнейшую корочку. Проверяем, появилась ли у нас корочка. И если да, переворачиваем мясо. Мы запечатываем мясо со всех сторон. После того, как вы со всех сторон задали красивую корочку, мы сковородку выключаем, мясо убираем. Не мойте в этот момент вашу сковороду, вам масло это еще пригодится. Следующий этап приготовления. Достаем знакомую нам форму для запекания. Если вам кажется, что этапов приготовления слишком много, не переживайте, это практически последний. Теперь добавим к нашему мясу гарнир. Я предлагаю использовать тыкву, мускатную, причем она будет более сладкая, но вы можете также добавить к нему батат, или брокколи, или любой другой ваш любимый осенний овощ. Берем тыкву и нарезаем ее кубиками, такими, которые вам будет потом удобно накалывать вилкой. Тыква достаточно жесткий овощ, поэтому будьте аккуратны при ее нарезке и берегите пальцы. Нарезанную тыкву сразу перекладываем в форму вокруг нашего прекрасного оленя. Он так вкусненько пахнет. Берем пресс для чеснока и пропускаем чеснок через него. Можно, конечно, его нарезать, но, во-первых, лучше, если он прям разойдется в этом блюде, поэтому делаем это при помощи пресса. Заодно наши пальчики остаются чистыми и не пахнут чесноком, а это всегда приятно. Остатки срезаем ножом. Теперь, конечно же, нужно добавить немного оливкового масла, потому что с ним все становится вкуснее. Просто поливаем нашу тыкву мясо, не поливаем в нем масло уже достаточно. Немножечко соли, немножечко перца. Вот так чуть-чуть. Прованские травы, либо любая другая смесь трав, которая вам нравится. И также я добавляю немножечко гвоздики. Она придаст такую пряность, ароматность, очень хорошо играет и с тыквой, и с мясом. Основная часть нашего блюда готова. Теперь нам нужно поставить его в духовку. В духовку мы наше мясо ставим, ничем не накрывая. Сначала на 220 градусов на 20 минут, и потом мы уменьшаем температуру до 180 и ставим его еще где-то на 30 минут. Пока мясо в духовочке у нас доходит, отдыхает, наслаждается жизнью, будем жарить шпинат. Сковородку с тем самым сливочным маслом, на котором мы жарили мясо, снова ставим на огонь, разогреваем, жарим на ней шпинат в течение 30 секунд. Как я уже говорила, не мойте сковородку, это все самое вкусное, мы от этого не избавляемся. Наоборот, сейчас шпинат это все в себя заберет. Шпинат не нужно долго термообрабатывать, иначе он потеряет все свои вкусовые качества, потемнеет, станет некрасивым, невкусным, ему это не нужно. Пускай станет зелененьким, сочненьким, просто слегка напитается сливочным маслом. Буквально за 30 секунд наш шпинат готов, снимаем его с огня и перекладываем в миску, чтобы он там дождался уже основного блюда.
60 минут прошло, мясо наше готово, настало время достать его из духовки и, наконец-то, подать к столу. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Теперь нам мясо нужно порезать, но сначала нужно достать гвоздику. Помните, я говорила о том, что специально втыкаю ее в мясо, чтобы мы ее не потеряли. Нарезаем мясо тонкими полосками, как будто вы режете ростбиф. Посмотрите, мясо у нас полностью готово. При этом оно с хрустящей корочкой и очень сочное внутри. Я вот когда режу, сок прям течет. Пахнет божественно. Осталось только засервировать блюдо. Я буду использовать вот такие вот красивые тарелки от Mix Match. Мне кажется, они прекрасно подойдут именно к дичи, к дикому мясу. Итак, выкладываем наше мясо по краю тарелки. На гарнир у нас прекрасная, просто мягкая, запеченная мускатная тыква. Посмотрите, как она красиво по цвету подходит к мясу. И добавляем последний штрих, наш зеленый шпинат. Мое блюдо, корейка из оленя с мускатной тыквой и шпинатом, готово. Это невероятно вкусно. Обязательно попробуйте такое блюдо приготовить. И приятного вам аппетита!